редкие черничные ягодки. Да, засуха и мороз весенний не дают ягодкам расти. Черники, можно сказать, нет. О, пособирал, называется. А вот комары есть. Кувшинка. И водомерка большая рядом сидит. Красота. Красивые цветочки. Лесное озеро. Полно кувшинок здесь. Но также полно комаров и оводов. Островочек. Красиво. Что-то под водой краснеет. Ну, поехали дальше, друзья. Здесь красиво, но мы едем за добычей. Угодье Алтея или Карсина. Я столько много еще не видел, чтобы вот так вот вам кучно. Красиво. Цветочек красивый. А дальше лес. Родничок. Вода вкусная. Ну вот мы и поехали. Березовые дубовые лесочки. Тульская область. В общем-то, смотрите-ка. Лисички-то можно найти. Да? Вот она. Вот еще. Вот еще. А вот еще парочка. Смотрите-ка, лисички попадаются. Вот помоложе. А это что за кабанчик? Лисичка какая. О, о, какая большая. Так что, оказывается, есть лисички. Здесь что, больше нет? Лисички, вы где? Я же вас здесь видел. Приветствую вас, друзья. Ну что, попадом выехали на разведку посмотреть что-нибудь. Вот хоть лисички попались. Черники нету, мы сами видели, чуть-чуть совсем. Вон попан лисички собирает. Вон он. Только накладывает. Есть грибы, в общем. Посмотрим, что сегодня получится, друзья. Начинается грибалочка. Что там, попан? Дожил я меня, смотрите. Собираю грибы, во что, видишь? А-а-а. Следующий этап — это уже карман один, и все. Это погода. Вот помнишь, нам говорили, как выкручивать, срезать, вырывать, душить. Не знаю, как его брать. И какой попал, красавец. Ой, блин, что тут? Кто тут? А, муравьи. Ух ты, жвалы какие. Ой! Не знаю, как правильно собирать грибы, Миша. Вот так вот станешь повыше. Есть керамические людоеды, летают, овры. Такие вот. Ничем не убьешь. Руку больно даже. Присядешь вот так вот. Слоны вот эти, хоботы, летающие слоны. С насосами кровь пьют. Сел сейчас, думаю, никто не заметит. Муравьи. Жвалы вот такие вот.
Блин. Хоть прямо, я не знаю, что делать с грибами. Пробегать их, что ли, мимо? Не дают сорвать. Кругом людоеды, да? Да. Керамические вот эти. Пощечные глаза. Ну. Эй! Видит все. Не тот, да? Гриб уже съели. Зато на семена пошел. Другие людоеды. Отлично. Грибоеды. Лисичками, знаешь, что творится-то. Зато лисички. Смотри, в этой корзине пластмассовой, а вон лисички. Фу. Все. Буду спасаться от керамических людоедов. Иду. Тут шляпочка коричневая. Белый гриб. Смотрите. Ну, шкурка только от него осталась, друзья. Вот так вот, беленькие все. Долго шли, ничего не было. Один раз попалось пару штучек. В общем, лисичек на жареху, наверное, соберем. Вот так, конечно, тоже не густо. Без дождя ничего не растет, друзья. Во. Ну, хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть. Пан, бинго? Это не бинго, я не знаю, что это такое. В общем, идем по лесу. И тут, друзья, смотрите. Я ни разу не видел. Я что-то вообще не понял. Это клубника. О, мне сейчас землю туда. Во. Откуда здесь? Есть земляника? Да, во. Вот земляника. Это клубника попался. Да это даже не земляника, а мускатная. Да. И не клубник поливает это. Не поливает, да. Вот еще, смотрите, какая ягодка. Что это такое за ягода? Опа-на. Три ягодки зрелые. Откуда здесь клубника-то взялась? Вот так вот. Первый раз я такую вижу. Первый раз такой, да, пан? А будем пробовать. А, пробуй, кстати, одну. Скажи, что по вкусу. По вкусу. Сон аппетит как рукой снимает. Это, наверное, клубника садовая. Да? Какой-то дикий сорт. Наверное, с нее начинался. Прикольно. Первый раз в жизни такой видел. Я попробую тоже. Вкусная. А реально, по-моему, клубник настоящий. Да. В лесу. А листья какие у нее? Да? Вот листики у нее. Да. Ну, какие, как у земляники. В общем-то, клубник попал, друзья. Чудеса. Папан, только ты мог найти. Да. Ты ведь уровень взял с собой? Нет, это мне клубник помогла вот это. Первый раз я в жизни видел. Кстати, клубничку только нашли, а тут папан раз и говорит, я на фигню не размениваюсь. Буду собирать благородные грибы. Сервировать стол надо как-то. Оп. Лисичками, что ли, один? Опозоримся. О-о-о. Цельный. Мистер Оливер. Мистер Оливер. Оливер Гуд. Очень гуд, да. Держи, папа. Ой, о. Малек? А? Ну, помнишь, как раньше-то, Миш, собирали грибы 20 лет назад? Приезжаешь к лесу, выходишь, трава, деревья, грибов, любых. Подберезовиков 20 видов. Прошло 5 лет, едем. Тропинка в лес. Грибов поменьше, но ходить удобнее. Еще 5 лет. Квадроциклы дорогу сделали. Идешь удобно, грибы иногда попадаются. Сейчас вот подъезжаем к лесу, шоссе. Грибы попадаются только теоретически. Гулять одно удовольствие. Если не задавит, конечно. Да. За счастье, как гриб. Фух, не только добывщик, тут уже и лисички стали попадаться лучше, смотрите. Как-то более теневой лес. Тут прям, смотрите, кучка целая. Вон. О! Хороший. Я бы сказал, вообще свежак. Да, смотрите. Там целая кучка попалась. Сейчас мы здесь точно жареху наберем. Офигенно. В общем, выходим обратно. Смотрите, я думал, может быть, какой-то подгрузок, но это, друзья, лисичка кабана. Вот это уже, да. С одной лисички жарёк. Тут вообще, вон, вот они. Попалась хорошая.
То есть можно на лисички попасть и немножко их пособирать на жарёх. О, вот сколько с одного места вот наковырял. И вообще уже вот как бы маленькая жарёха есть. Переехали в другой лесочек, друзья. Заходим и хопа, сразу кучка лисичек. Все-таки лисички есть, друзья, в Тульской области. Можно пособирать вот. Конечно, немножко подсушены некоторые, но есть и хорошие. Кто не может не радовать. Друзья, снова бинго. Представляете? Нашли место. Только это уже земляник мускатный. И это другое место. Не то, где я вот недавно собирал, а новое. Вот теперь есть второе место с земляникой. Ее здесь, конечно, не так много, но она есть. Вот видите, ягодки крупненькие. Вот. Вот она. Красота. Уже, кстати, костяника появилась. А вот и земляника. Хоп-хоп. Понемножку-понемножку-то. Вон еще ягодки. Фу. Все. Есть второе место с земляникой мускатной. Отлично, друзья. Думаю, кто это летит? Это вот этот жучок летел. Эй, дружок. А, полетел. Ладно. Что это за ягоды, друзья? Кто знает? Такие вот листики. Жимолость, что ли, какая-то? Или это волчья ягода? Ну, это, конечно, не волчий ягодник. Ну, в общем, друзья, кто знает, пишите, что за ягодка. Будем знать все. Что, гриб попался? Да, Оливер. Такой жиденький. Но о, живой. Пойдет, пойдет. Но живой. Что у меня там три уже никаких. А-а-а. Они здесь были когда-то. Смотри, у тебя уже, по-моему, жарех в пакете. В пластиковой корзине. А-а-а. Я тут от оводов иду, отмахиваюсь от этих керамических людоедов-то. Вспомнил стих, как я в школе рассказывал. Овод, ты меня не трогай, ты лети своей дорогой. Учитель Суслов. А не знаешь, кто написал? Я говорю, как кто? Пушкин, Грибоедов. Она говорит, нет, неправильно. Салтыков, Щедрин. Нет. Римский, Корсаков. Мамин, Сибиряк. Нет. Ну, на тройку все равно накашлял. Все нормально. Все-таки Папан всегда с собой носит уровень. Вот такие грибы, чтобы искать. В домике. Красавчик, смотрите, какая дошка. Змея на нем, что ли, лежал? Весь свет от змеи. О, да. От гадюки шерстяной. Вот так вот его. О, да. Ты что, наученному вытащил? Идеальный дубовичок. Праздник сегодня, точно. Есть сегодня праздник. Держи, папа. Пять борщевиков завалил я, видишь? Ага. Ну-ка, понюхай, чем пахнет. Пахнет картошкой с грибами. Я не вру. Отлично. Кто это? Еще. Товарищ Оливер. Ну-ка. А он красавец, Папан. Да смотри. Приглашаю его с нами прокатиться, Миш. Там корзиночки. А там дружок есть. Да. Там куропаточки, там оливку. Это чего? Он сейчас поедет по-любому. Господин Оливер. Да. Хорош. Обалдеть. Там лисички есть, друзья. В общем, шли-шли, не было ничего. И вдруг под конец леса лисички попались. И вот пару оливеров хорош. Ух ты. Хорош. Сыроедение, наверное. Боимся. Забираем. Паук, друзья. Я не понял, кто на кого охотился. Ты на него или он? Здоровый. Сева, шевелю.
Эй, паучок. Надо домой привезти и будет на кухне жить. Давай, вылази. Кусок мяса ему дал, на месяц хватит. Вылази, паучок. О, какой кабан. Фига себе размер-то. Вот оно. Здоровый какой-то, да? Паучок застыл. Эй. Что это? Не хочет. Ну ладно. Пускай. Друзья, будет. Я здесь проходил. Идет папан, там, где я был я. Идет, кстати, как вот в последнем шорте, задом, чтобы лучше видно было. Ну, больше заходит. Ведь я здесь был, как я и не заметил. Слона-то я и не заметил. Ну что, посмотрим, друзья, кто там. Ты-то все маленьких любишь-то. О, а он хороший. Оливер Гуд. Оливер Гуд. Вот, смотри, Оливер-то. Ты помаленько, я люблю больших. Вот крестец, хребет. Такой не особо. Зато филейная часть, которую мы любим. Смотри, филейка. О, обалдеть. Я сразу заметил его. Любимый мой родной. Во. Забирай. Ну что ж, друзья, и вот такой у нас грибной тур. Классные дубовички. Лисичек в итоге набрали. Вот папан еще в пластмассовой корзине. Смотрите, сколько. Лисичек. Мы, можно сказать, счастливы, папан. Да? Винго? Винго. Домой хочу. Все, надо красота. Искупаться и домой. Дубовички порезал, сейчас их вымочу и пожарю в сливках. Вот так вот они голубеют. Дубовички отправились на сковородку. Жарим. Дубовички пожарились, добавим в них сливок. Вкусно, грибы в сливках, вкусно, друзья. Ну и кульминация сегодняшнего похода, дегустации дубовичка в сливках. Попробуем и скажем, какой вкус. А вкус отличный. Дубовички вкусные грибы. Ладно, друзья, ждем дождь. Надеемся, что как можно раньше придет. И пойдут грибочки. И похолоднее станет. А то жара, честно говоря, замучила уже. Ха! До новых встреч, друзья. Желаю вам крепкого здоровья и счастья. Ждем новых грибов. Пока.